Радимов, Анюков. Чердаков. Штанга! Вот момент. Ну, атака продолжается. А, ну вот удар. Какой шанс у Александра был, а? Да. Вышел на нее. Вы посмотрите. Прекрасный хлесткий удар с левой ноги. Да, и ничего не мог сделать Йонсен. Ну, мяч в ворота не попал, значит. Хорошо игроки понимают друг друга. Ширл. Второй удар Ширла в этом матче. Вроде бы удобно лег мяч. Записать «Зениту» в актив. Это уже прилично. Великолепно, Чентофальски. Да, закручивал Доршин, и Фродо Йонсен скинул мяч в угол головой. И Чентофальски выручает «Зенит». Аршавин. Чуть-чуть не успел. Чуть-чуть от Киржаков не дотянулся. Как он летел с этой вытянутой. Он не то что убрать, он успел подтянуть, да, ее к себе. Не оставил вытянутой. Уперся. У нас землю, сейчас, да, очень... Получил норвежский вратарь. Был именно от него, хотя Киржаков, ну, я бы сказал, в том эпизоде сам того не хотел. Вот удар поворотом. Практически почти. И, конечно, Радимов сейчас торопится. Нет? Удар был точный, но, возможно, силы не хватило. Видел. Вот удар Радимова. Ну, вот верную позицию Эса Шкртелы действовал. Дорсин пришел на правый фланг. И первый удар. Несложным он получился. Сейчас овладели мячом. Дорсин бросает вперед Бротона. Ну, Криженец. С Малафеева по центру. Довольно рискованно выбил мяч. Да, Вячеслав по центру выбил мяч. Выше ворот. Немножко не мог. Да, пятый это Кристер Басма. Кристер Басма. Дорсин больше слева фланга. Оба активно вот включается сейчас как раз тоже к атаке. Довольно большими силами гость атакует. Опасно. Да, далеко в сторону. Солли. Ян Гуннар Солли, 11 номер норвежцев, наносил удар. Но он вот сегодня особенно, видимо, зло должен играть. Конечно, большая доля именно его вины во втором мяче «Зенита». В первом матче, когда он небрежно вкинул вратарю. Белый футболист, мы видим по внешности. И последним буквально бегом выскочил. Очень опасный момент. Да. Ну, повезло сейчас. Вот Йонсен, тот самый Фродо Йонсен, да. Бывший полицейский, а ныне нападающий. Самый грозный нападающий Росенборга. И вновь головой, и очень опасно. Искусно это сделал Йонсен. Да, и Хаген проиграл. К сожалению, Хаген. Эрик Хаген явно сейчас проиграл позицию. Скрот. Пас Радимова. Отличный вывод. Саша ждал явно, чтобы мяч поудобнее подпрыгнул, лег на ногу для удара. Вторым и не дождался. Атак, третий удар Ширла в этом матче. И на этот раз защитник выносит. Ну, наверное, не так этот удар получился, как хотел Ширл. Защитник сумел его вынести из ворот. Мы смотрим. Но атака была хороша. Вот встрепенулся «Зенит», словно отряхнулись они. От февральской измороси, мороза. Да, но более опасно был следующий темп. Да, Росенборг играл в группе УЕФА. Команда проигрывала в Греции со счетом 1-0 Олимпиакосу, где играет такая звезда, как Ривалдо. Потом Росенборг забил 3 мяча и выиграл 3-1. Вне офсайда! Какой момент! Не было взглядом арбитра, нет. Хотя нет, тут уже все исполнял на технику, пытался в дальний угол перебросить мяч. Смотрим. Но не обманул. Не смог, будем так считать, переиграть. Да, действительно, не было вне игры. На одной линии Аршавин находился защитником. Все вроде бы тонко. На его пути. Да. Заслуженная желтая карточка. Абсолютно. Подходит к концу первый тайм. И вот шанс использовал Видар Рисов. Да, Рисов
Нет, засчитан? Мяч не засчитан. Эх, вот сейчас нету в кадре. Несколько раз мы смотрели этот эпизод. И все-таки, да, Русенборг выигрывает. В сезоне. Похоже, норвежский тренер понял, что у него появился небольшой шанс. Горшков. Вот удар Горшкова. Первый в этом матче нанес Олег. В этом году у Александра будет уникальный шанс войти в истину. Да, по желтым карточкам счет сравнялся, но пока 1-0 ведет. Арше. Есть шанс у Андрея. Не было там партнеров, Андрей, не было. Мартин уже есть в этом матче. Аршавина. Отличный пас. Великолепный гол. Друзья, это гол. Зенит сравнивает счет. Аршавин, Киржаков. Какая комбинация. В одно касание пас. И без обработки удар. 1-1 матч Зенит-Русенборг. Ну что ж, зенитовцы добились. Мы видели. В первом тайме было уже две опаснейшие ситуации у ворот Русенборга. Ну а сейчас, как хорошо Аршавин сейчас. И глядя, Андрей отдал, просто шестым чувством понял, что будет Киржаков набегать. Киржаков на опережение выскочил из защитника. Тот сыграл явно нерасторопно, потерял он. Ему не смог помешать Александру. И он забил свой юбилейный 90-й мяч в карьере. Прекрасно за 90 минут. И, конечно, смакуем еще раз великолепный мяч. Да, самый позорный для вратаря гол. 15-20 минут в Трондхейме дались ему очень тяжело. Все-таки на пик формы, наверное, еще физической формы Аршавин не вышел. Я говорю, все в порядке с Андреем. Оставляет мяч Киржакова, получает его. Пытался перекинуть вратаря, вот выкрутить. Это увидел. Оставляет мяч Спивак на поле Анюков. Аршавин в скорости. А как обыгрывает Андрей защитника. Пас. Какой но шанс. Еще был великолепный шанс у Александра Киржакова. Здорово мяч. Оставил его в поле. Нацеленный пас Аршавина, отметить. Да. Еще раз смотрим. Ну, что еще придумает Андрей, думает. Нарвусь. На ближнюю штангу, на Горшкова. Но в борьбе с защитой. Ходимов исполнял штрафной, попал в стену. Капитан спокоен, уверен, но это, естественно, передается футболистам. Мяч уходит на угол. Помню, что аналогичная замена была в первом матче. Криженец сумел нанять. И Денисов. Тоже овладел мячом. Кореец подключается. Ну вот и первый удар. Первый удар корейца состоялся. Правильно. Великолепный гол. Красивый гол. Первый на Петровском в новом сезоне. Денисов. Ну что, Киржаков. Прекрасно все исполнил Александр. Из-под защитника пробился. Явно сознательно все делал в дальний угол, но чуть-чуть не повезло. Нет, мастерство Киржакова в этом эпизоде. Да, не попал поворотом, но плотный удар низом между ногами защитников. Осталось только в самый уголок положить. Вот даже можем получил Александр в этом столкновении. Защищался. Ну, не скажу, что Норвеж. Ну что, еще один шанс Киржакова был. Так же, как и Аршавин, перекидывал мяч.
да, не получилось. Внешней стороной подрезал дальний угол, чуть-чуть промахнулся. То же самое дело. И повезло, не использовали это. В этот раз уже впору зенитовцам сетовать на неудачу. Но внимание, Денисов. Сам будет бить кем-то. Приложился Александр. Уходил мяч. Не в ту сторону подкрутился Хаген. И Анюков разряжает ситуацию. Шанс Кане. Здорово сыграл Хаген. Да, не дал ему этого шанса. Этому норвежцу. Киржаков догонит мяч. Помогает Аршавин. Радимов уже в штрафной площадке. Пас Денисову. И гол! Оу! Денисов! Игорь Денисов, вышедший на замену. Да, мы ждали все-таки, что будет гол. Как раз Александр Киржаков. Игорь Денисов. Мы отмечали, что хорошо он вышел на поле. Вписался, что называется, в игру. Был рикошет. По-моему, нет. Да, второй раз подряд Эспен Йонсен пропускает в ближний угол, за который просто обязан отвечать. Снова потерял ворота. Градусов сейчас в Петербурге, мороза. «Зенит» побеждает, пока побеждает, 2-1. Ну, сейчас было положение вне игры. И, конечно, очень важно психологически. Хорошо обработал, ведь посмотрел Игорь на вратаря, посмотрел на тот угол. Матч Марсель Болтон на пятом канале. А сейчас Малафеев. На чеку. Вот сейчас серьезно пришлось. Ленгой выиграл оба матча и дома в гостях со счетом 2-0. И мы видим, что все четыре матча «Зенита» с норвежцами закончились тем, что «Зенит» забивал в каждом матче аккуратно по два мяча. Второй тайм, счет по ударам был 7-5 в пользу норвежцев. Но мы видим, во втором тайме гигантское преимущество было «Зенита».